Хотя импонировать произошедшему вы не сможете. Употребление наркотиков разрушает жизнь американских подростков с каждым днем. Марихуана является врагом номер один из вышеперечисленных средств. Электрические бритвы, блендеры, тостеры, пылесосы, стереосистемы и другие приборы. Доступны в Мэсси, Гибл Тугайс и любом строительном магазине неподалеку. Подобный космический аппарат двигался вокруг Венеры и намеренно разрушен НАСА после исследований на выявление высокого уровня радиации. Снова курил что-то, а? Воу-воу-воу, не, это не я. Прекрати, это того не стоит. Зачем ты это сделал? Грохнуть не разрешил бы. Темная ночь тирании опустилась на... Пегги. Нет. Я хочу домой. Я хороший парень. Хороший. Пожалуйста, чего вы хотите от меня? Где? Мы курнули, милый. Косяк или сигарету, милый? Оба. Ладно. Варианты. 6 упаковок и 1 бочонок. Подожди. Я долго в отключке? Не знаю. Несколько часов. Хорошо. Эй, я зайду внутрь и заберу кое-что. Милая, сможешь захватить парочку сигарет и немного бухла для Брока? Что-нибудь подешевле. Он у нас непридирчивый. Только не импортного. Да, хорошо. Ты в порядке, милый? Боже, Пэк, нужно зарядить его. Батарея села. Не знаю, зачем тебе он, ты все равно его не заряжаешь. Для этого у меня есть ты. Берите, что вам нужно, а я пойду предприму кое-какие меры. Ох, меры. Понял, капитан. Нужно провести закупку, чтобы избежать неразберихи в будущем. Ты такой скучный, дружище. О, да, это точно. Я проверю, чтобы все было в норме. Не то еще испортят все. Может, высунешь это шило из задницы, наконец? Привет, милые ботинки.
Ага. Спасибо. Классный нож. Смит и Вессон. А глазки прозорны, мисс. Кортни. Кортни. Я больше люблю товары Кёрша. У СНДФ получше оружие, понимаешь? Ну, возможно, Джереми Джонс не завозит свои товары в такое захолустье. Я вообще-то с этого захолустья, и не обязательно тебе как туристу рассказывать, что нужно завозить сюда, а что нет. Вау. А я на самом деле живу на севере, недалеко отсюда. Поэтому порой приходится заезжать в подобные места. Да, конечно. Сразу видно, что ты отсюда, милашка. Милашка? Не уезжала за пределы города? Нет, вообще. Нет. Нет, вообще-то я в универе учусь. Только вернулась. Поживу с родными, пока не привыкну. О, Джереми Джонс признает свою ошибку. А Джереми Джонс всегда говорит о себе в третьем лице, да? Нет. Нет. Нет, но я уже привык, что веду себя как бестолковый идиот какой-то, когда знакомлюсь с милой девушкой. Ну, вообще-то, если хочешь посмотреть на действительно придурков, то приходи в бар, где я работаю. В понедельник, например. Как раз будет моя смена. Я могу споить тебя, а ты дальше сможешь драться с отморозками. Я скоро приду. Что? Иди на улицу, не хочу лишних проблем. Иди. Клаус. Что? Если интересно, я думаю, что Йети ответственны за их смерти. Они в розыске, это не значит, что они мертвы. Вы слышали хоть раз, что кто-то выбирался с леса, причмокивая зефирками? Это дело рук Йети. Если только вы в инопланетян не верите. Я смотрю все программы на Discovery, поэтому не верю во всю эту легкомысленную чушь. Понятно? Клаус! Что? Простите, я веду к тому, что лучше бы услышать это из каких-то законных доказательств, а? Что-то забыли? Нет, я смотрел какой-то марки. Классная сумка. Слышали о карме? Нет, но мне кажется, с этой стороны товары дороже. Держите. Я помогаю нуждающимся. Что? Да что это значит? Прости. Хорошо. Как дела? Все в порядке, он придирается? Все в порядке, чувак. Просто мои мысли превзошли правду. Ясно. Не нужно подвести тебя куда-то. Что? Зачем? Да. Хорошо, супер. Пойдем. Это грубо. Нет, только не бросай меня здесь. Сюда запрещен вход парням. Запрещен. Только не надо поясничать. Ох, хорошо выглядишь. Только посмотрите. Не видно. Да. Ты идешь вперед. Скоро победишь.
боже, твою мать. Пегги, нельзя же так. Он что, тогда заката будет жужжать? Надеюсь, этого не случится. Над чем он работает? Детка, пока мы еще молоды. Я надеялась, что не придется рассказывать. Ты только недавно приехала? Ну, ладно. Спасибо. Спасибо. Я не хотела пугать тебя, милая. Не думаю, что ты им нужна. Правда. Но я рада, что ты знаешь. Я не сумасшедший. Точно. Знаешь что? Помнишь, несколько лет назад мы рассказали семье, что его посадили за нападение на винный магазин? Его не посадили. Он ничего не украл даже. Они украли его. Мне жаль. Кто украл его и куда? Куда? В космос? Я не знаю. Ну, в другое измерение? Я не знаю. Чёртовы серые ублюдки. Те серые ублюдки. Ну, понимаешь, марсиане или... Как их там еще называют? Но они явно не Земли. Да и выглядят они отвратительно. Не как инопланетяне. Итак... Как видишь, Корт. Не знаю, что им нужно, но они ужасны. Такое чувство, что им пришлось испытать на себе все химические вещества. Например, метамфетамин открывает нечто новое в мозгу. Но что именно, ты знаешь, а? Ради какого-то творчества. А другие лишь хотят потрахаться, как роботы. Что? Простите за мой французский. Но, может, для них это единственный способ. Может, они лучше знают, как получить доступ к этой силе. Да, я не ученый, черт подери, но понимаю, что вижу. Почему вы, дядя Брок? Я работаю годами над особыми замерами метамфетамина. Чисто по случайности. Почти закончил партию, двигался в нужном направлении. Осталось лишь добавить красного фосфора, но он закончился. Нужно было или выбросить партию, или импровизировать. Думаю, не придется объяснять, что я сделал. Я симпровизировал. Изобрел какую-то новую дрянь. Она прекрасно начала действовать. Думаю, они знают. Возможно, они даже захватили мой разум, чтобы я смог довести дело до конца. Ты когда-нибудь слышал об изумрудном льде? Нет. Он довольно-таки популярный, по крайней мере, в интернете. В интернете? Да. Загугли лучше. Хочу писать. Ладно, думаю, мы на месте. Я знаю эту дорогу. Чувак, успокойся. Похожую дорогу мы уже проезжали недавно. Мы что, не можем остаться в лесу, поставить палатки и закурить косячок, наконец? Я хочу найти горячие источники. Детка, мы можем просто выйти из машины. Найдем отель, выпьем немного. Может, я заплачу? Если что, я на все согласен, ребята. Ребята, я на все согласен. На любые условия, вы понимаете? Стой. Да стой ты. Думаю, мы на месте. Да, я знаю, что это. Наконец-то мочевой пузырь. Бэш пригодился.
Надеюсь, ты прав, дружище. Нас не должно быть здесь. А не будь девчонкой. Во-первых, этому знаку около 30 лет. Во-вторых, здесь запрещено охотиться или типа того. Поблизости ни одного дома. Поставим палатки и расслабимся. К тому же, кто узнает... Я не рассказываю подобное людям, ясно? Но ты часть семьи, это другое. Я недавно ходил к гипнотизеру. С этими аферистами Стелика я даже не собирался связываться. А вот с настоящим доктором не против был побеседовать. И что он сказал? Видишь, ты недооцениваешь все это. Ты знаешь, о чем я. Думаешь, все доктора ублюдки? Нет, не все доктора ублюдки. Хорошо, так что он сказал тебе? Судя по всему, я начал видеть подобные вещи, когда еще писался в мои подгузники. Это одно из воспоминаний прошлого, понимаешь? Подавляющих. А? Милый, подавляющих воспоминаний, ясно? Подавляющих, доминирующих прошлых. Плевать, все равно находится прямо здесь. Правда лишь в том, что ни один ребенок не должен это увидеть. Дядя Брок, я просто не знаю, что и сказать. Да и не надо, Корт. Подавляющих воспоминаний, ясно? Подавляющих. Надеюсь. Ничего, и так выживем. Внутри, я не знаю. Впечатляет. Эй, эй. Как ты сказала, тебя зовут? Бэш. Бэт? Бэш. Бэт. Ладно. Может, скажешь, как тебя зовут? Поссум. Поссум? Как? Поссум? Да. Да, в моем свидетельстве о рождении так и записано, но я решил убрать букву О. Постоянно об этом думал. О той букве О. Супер. Слушайте, вы не думали о том, что сказал этот чудик в магазинчике? Боже, детка, ты серьезно? Вы, стой, а что сказал этот чудик? Ничего, чушь собачья, забудьте. Он даже денег не потребовал. Хотел только предупредить нас. Говорил, что за последнее время в городе пропало несколько человек. Может, это даже дело рук Йети? Как тот Бигфут? Серьезно? Нет, Йети, это другое. Какая разница? Есть разница. Может, это инопланетяне. С 70-х годов здесь замечено много активности НЛО. Большой брат держит это в секрете. Власть в их руках лишь из-за наличия денег. А что сильнее, чем деньги? Знания. Они забирают знания из голов, чтобы овладеть денежками. Вот так. Власть в их руках. Люцифер. Знаете, кто такой Люцифер? Ну, дьявол, наверное. Люцифер. Носитель света. Да, люди боятся узнать истинную правду о нем. Родители лгут своим детям. Прелесть. Ладно. Смотрите, что мистер Слизняк стырил с автозаправки. Серьезно, ты все-таки украл что-то, дебило кусок. А еще хуже то, что ты называешь себя мистером Слизняком. Да пошли вы, ребята, я лишь пытаюсь веселиться. Уже достали твои нравоучения и бесполезные кавычки. Средний палец больше понравится. Пойду-ка поищу эти горячие источники. А если кто-то из вас, ублюдков, хочет повеселиться, пошли за мной. Ладно.
Зачем он курит эту хрень? Это неплохо для здоровья. Правительство было бы с тобой согласно. Но мы просто стараемся не спать. Совсем. Особенно по ночам. Именно в это время они прилетают. Знаешь, за это время мы научились связываться с ними. Первые — через прожектора. О, как они их ненавидят. И порой... Они рассказывают что-то о себе. Капитан разрешил тебе быть в деле, а, Дерек? Пошел этот капитан Барнс. Он злится просто потому, что не может справиться с бумагами, в отличие от меня. Может, он злится, поскольку ты напал на невиновного человека? Если дело касается меня и метамфетамина, то нет. Ты считаешь это побочным ущербом? Боже мой, чувак. Я любым способом доберусь до тебя, Брок. До встречи. Я хочу... Ох, твою ж мать! Если бы эти придурки знали, где я. Плевать на эти горячие источники, травка лучше. Не веришь, что я сказал это? Где он шляется? Я сомневаюсь, что мы находимся недалеко от этих горячих источников. Думаете, он кого-то подцепил? Каким он ни был сексуальным, Кэсси, сомневаюсь, что можно подцепить кого-то в лесу. Я уверен, что Зак занимается тем же, чем и всегда. Насилует Йети? Да. Майя! Уверен, он в порядке, Кэс. Ох, охренеть! Боже, ребята охренеют, когда узнают, что мистер Слизняк вытворил на этот раз. Тот, кто не видит коррупции системы, вообще не владеет информацией. Я знаю, что происходит и там. Ложь, она повсюду. Я полагаю, ты один из тех подростков, что однажды решил создать группу и отправиться на гастроли, верно? Послушай, я зарабатываю приличные деньги. Достаточно, чтобы дурить людей. Когда-то я думал, что я лучше их всех. Думаю, деньги решают все. Прошепчите это, и все поймете. Что, вел себя по-идиотски с друзьями? Нет. Отсидел в тюрьме. Хреновое было время. Они что, узнали, что ты куришь травку и засадили тебя в тюрягу, как и всех в Калифорнии? Нет, я... Убил кое-кого. Якобы. У меня был хороший адвокат. Слава богу, доктора вычухали меня и вернули обратно на землю. Сколько денег же я вбухал в это. И вот я наконец здесь. Да я просто издеваюсь, ребята. Посадили из-за травки. Как и всегда происходит в Калифорнии. Вы просто красавчики. Дай-ка я объясню тебе, чувак. Я сделал тебе одолжение. Что повез тебя?
Не морочь мне голову. Понял? Ну что, Зак, кому-то еще нужен? Я не думаю, что он знал, где горячие источники, сомневаюсь, что он даже может найти дорогу из магазина. Прости, Кэсси, никто не хочет пойти найти этого ублюдка. Ладно. Стой, стой, что? Нет, прости, связь пропала. Теперь я тебя слышу. Я говорю лишь, что я в бешенстве. Все стало еще загадочнее. Мой дядя считает, что какая-то дрянь живет в лесу. Не знаю. Что? Что ты делаешь, Корт? Я позвонила своей девушке и хотела сказать, что напугана из-за того, что здесь происходит. А что здесь происходит, Корт? А? Я тебя просил об этом. Они же могут поймать твой сигнал, узнают информацию, попробуют. Лишь черт знает, на что они способны. Я не... Дядя! Дядя Брок, я люблю тебя. Но я боюсь. Вчера все было в порядке, а сегодня инопланетяне? Понимаешь? Прости, милая. Я так давно знаю обо всем этом, что забыл, как тяжело впервые сталкиваться с подобной информацией. Ну что, пойдем внутрь, дорогая. Иди внутрь к своей тете. Я смотрю все вокруг. Я разбогатею. Накурюсь и разбогатею. Черт подери. Принеси бутылку, детка. Отпразднуем сладкое. Я поймал одного. В один момент этих ублюдков было около миллиона. И вдруг, в один момент они все исчезли. Но после один из них возник из ниоткуда, не увидев меня, понимаешь? А после... Бам! Куда? Я поймал этого сукиного сына. О, детка, ты в порядке, милый? В порядке ли я? Да. В порядке ли я? Да. Да, я в порядке, детка. Клянусь, это было оружие. Видимо, парни хорошо проводят время. Может, хозяева леса напоминают нарушителям, где они? Почему ты уверен, что это не какой-то сумасшедший? С чего бы это? А так как это изумрудный треугольник, самое большое место производства марихуаны, может, хозяин плантации выстрелил или... Чарльз Мейсон решил вспомнить былое натуре в Хелтер-Скелтер. Боже, бери трубку, ну же. Бери трубку, прошу. Черт. Что ты творишь? Нет! Брок? Детка.
Детка, ты уверен, что она помогает им? Нет, черт подери, я не уверен. Послушай, я уверен лишь в том, что я прикончил одного из них лишь после того, как заметил ее за разговором с кем-то. И я не буду рисковать. Все, не буду рисковать, черт. Ладно, ясно. Ладно, перенесем ее в кладовку, пока я не узнаю, как разобраться с этим. Что? Ну... Что, блин? Обязательно в кладовую-то. Кортни, детка. Если ты с ними, хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя. И даже если ты вовлечена во все это, я не виню тебя, детка. Я все это делаю лишь потому, что хочу защитить тебя. Ладно, пойдем. Пойдем. Ладно. Ненавижу это место. Ненавижу этот лес. Ненавижу кемпинг. Что это было? Возможно, койоты. Уверен? Ты знаешь, что такое возможно? Может, это Бигфут? Или Бигфут? Бигфит? Бигфут, а не Бигфит. Да, он прав. Бигфут, так правильно. Та хрень с Бигфутом, это правда. Как и информация про НЛО. Мои друзья, они не такое видели в этом лесу, чувак. Кстати, твои друзья принимали что-то тогда или... Кстати, да. Да, иногда принимали. Но порой они были трезвыми, поэтому... Но я говорю о том, что есть некая связь между галлюциногенами и инопланетянами. Может, даже подключишься к ним, если захочешь. Я был бы не против. О, бигфиты, инопланетяне, койоты... Я скучаю по своей квартире. Скучаю по проекту Минди. Проект Минди. Ребята, вы крутые. Вот что поможет вам. Что, это травка? Нет, 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 это лучше. Чистый, свежий, местный, изумрудный лед. Изумрудный, он же белый. Это же треугольник. Изумрудный треугольник. Теперь всякая дрянь реально, да? Жаль, что это не в моей квартире. Что? Обязательно было запирать ее в кладовке. Боже. Она же напугана, Брок. Она напугана. Думаешь, мне не страшно? Боже мой. Послушай. Может, это она? Она? Кто она? Все, достаточно. Я не знаю. Я не знаю. Может, она обманывает нас. Мы не должны ни при каких обстоятельствах становиться уязвимыми, даже если обладаем человеческими эмоциями. Ясно? Я знаю, что Кор тоже там, черт подери. Я знаю, это знаю. Если бы это была неправда, ее бы не было у нас дома. Утром мы ее выпустим, хорошо? Пересмотрим всю ситуацию. Хорошо. Да. Сейчас хуже всего то, что она бесится. Лишь немного. Да. Я накормлю ее завтраком, извинюсь. И все. Но если это не она, пусть лучше побудет в кладовой. Так я смогу позаботиться о ней. Я поняла. Боже, как же я устал от этого. Мы справимся, детка. Ох, чертов китайский генератор. Я поняла, детка. Расслабься. Я расслаблен. Ну что, готов? С самого рождения.
Брок, мы знаем, ты там. Полиция, открывай. Последний шанс. Черт побери, Брок! Раньше их не было столько в доме. Я пыталась починить генератор, но их было так много, что я еле справилась. Их было очень много, даже не знаю. Они так быстро телепортировались, что я не знала, что поделать. Поэтому я... Тихо, детка, успокойся. Мы не готовы к ним. Детка, мы готовы. Я так не думаю. Мы не готовы. Их так много. Мы готовы. Ладно. Знаю это. Ладно. Ладно. Где это, Зак? Что это было? Так, блин, что это вообще было? Сейчас узнаем. Что за кретин? Так, мы их замедлим. Не удержим, конечно, но замедлим. Ловушки установил? Они у меня. Отлично. Сейчас их установим. Надо обезопаситься. Спокойно, малыш. Это я. Да. Сконцентрируйся. Я и так. Не отвлекайся. Я стараюсь. Внимательно. Не молчи. Бери гвозди. Я видел серого посетителя. Он был таким клёвым. О, серого посетителя? Да, ты что, канал истории не смотришь? Да, серого пришельца, они часто нас навещают. Знаешь, я хорошо помню историю со школы. Вот и первая ошибка. Точно, телек же лучше учит. Да, существуют разные виды пришельцев. Из разных галактик, разных измерений. Те, что построили пирамиды, совершенно не похожи на серых. Серые просто хотят изучить нас, хотят понять, как нас создали, анунаки. Кто, блин, такие анунаки? Так, следи за мыслью. Я не буду объяснять миллион лет истории дважды. Так, анунаки — это чуваки из Египта и Шумерии. Они-то нас и создали. Ты видел такого анунаки в лесу? Нет, что ты вообще несешь? Я видел серого. И он был... Эй, вы можете хоть на секунду остановиться? Слушай, он мог видеть пришельца, а мог не видеть. Ты же его слышал, тот чувак был крут. Он хотел меня научить. Предложил бы ему конфетку или закорешился бы. Джереми и Зак точно где-то там болтаются, обсуждают гитары или девушек там. Я знаю, что я видел. Тайные боги. Да, они сильные. Но они все же просто животные, как наши. Да, у них, может, есть суперспособности, технологии всякие, но они всего лишь плоть и кровь. Я-то знаю, я много таких убил. Так, может, это их и не поймает. Но легко им не будет. Они, блин, сильно влипнут. Давай установим их. Мне там как-то не по себе. Эй. Эта ночь ужасная. У меня такая каждая ночь, Пегги. Я тебя люблю и не желаю тебе такого. Что? У меня есть идея. Иди, установи их. Я кое-что сделаю. Ладно. Откуда ты все это знаешь? Я же сказал, по историческому показывали. И еще есть книги, такие как «Узреть белого коня», «Отпечатки богов».
богов, следы богов. Блин, да даже если посчитать гэп, и так все ясно. Помните, на следующий день после крушения в Розвилле газеты писали про летающий объект? Утверждение правительства, от которого они сразу отказались. Почему? Ну, может, в газете была ошибка или опечатка? Нет. Подумай, что бы произошло, если бы все узнали, что эти чуваки здесь. Люди, блин, спятили бы в край. Все бы увидели, что мы ничего не контролируем. А ты не думал, что твои источники могут заблуждаться? А ты не думал, что все, что мы знаем, это просто заблуждение? Отвечаешь вопросом на вопрос? А ты? Так, у него хотя бы теории есть. Мы там точно что-то видели. Мне пока ясно только то, что этот вот под кайфом. Наркоту мы с тобой делим, бро. А знаешь что? Я его найду. Я его найду для тебя. Мистер Слизняк или как его там? Мистер Слизняк. Да, я найду мистера Слизняка. Иди сюда, малыш. Присмотри за ними. Ладно. Ладно. Хорошо, спасибо. Осторожно. Так, я в свою палатку. О чем вы вообще думали? Я думал, что хочу остановить ту суку, которая отравляла наше общество. Сэр. Я ему говорил, заткнись, Джексон. Вы хоть представляете, что будет, если об этом узнают? Отвечайте! Ну же! Все узнают, что кое-кто наконец-то что-то делает. Малыш? Малыш, сколько меня не было? Установила ловушки. Я устанавливала последнюю, и вдруг пришло то создание. Они уже забрались в телек. Я делаю это для Корта. Я смогу вернуть ее. Что это? Подавляющий волны шлем. Военная разработка. Хотя она быстро просочилась в народ. Иди сюда. Не знаю, хватит ли этого, чтобы вернуть ее. Может, они уже слишком глубоко. Принеси пару заколок, хорошо, детка? Хорошо. Все нормально, милая. Дядя Брок понял, как тебе помочь. Ну, это не точно. Но я считаю, что это может заблокировать те сигналы, что поступают тебе в голову. Да. Так, закрепи заколками. Это просто заколка. Все хорошо, просто заколка. Заколю ее вот здесь. Давай, быстрее. Я почти. Неплохо смотрится. Ну все, хватит. Ладно. Крошка. Отлично. И что же ты хотел поймать? Сегодня можешь отдохнуть, дружище. Блин. Что с тобой произошло? Кто посмел так поступить? Успокойся, расскажи мне. Зак! Зак! Зак, где? Зак! Зак, твою мать, что случилось? Что ты, блин, наделал? Черт! Зак, это из-за какой-то травки?
спросить. Сколько ты уже слышишь Брока? Я не знаю никакого Брока. Для такой букашки, как ты, он может показаться богом. Но я объясню. Он не бог. Он даже не человек. Слушайте, если бы я знал, кто это, я бы сказал. Ты здесь, блин, сидишь с этой своей дерьмовой ухмылкой и смеешь заявлять, что не знаешь, кто это? Да. Не видел его? Я говорю правду. Ну, я тебе не верю. Я вам честно говорю. Дерек, нет, 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 стой, нет. Успокойся, сейчас же. Давай попробуем кое-что. Попробуем? Что попробуем? Давай не беспокоить Кэсси. Пойдем попробуем кое-что. Пойдем? Да. Так, они крадут нашу плоть и кровь, да? Ладно. Боже! Обещаю, обещаю, обещаю. Не так все плохо, да? Что? Что? Что насчет этого? Ты поговоришь малость, поведаешь, нафига вы приперлись сюда и пойдешь с миром. А нет, проведем небольшую операцию на мозгах. Что? Мы? Я хочу к маме. Ну, ладненько. Давай посмотрим, что у тебя там. Что думаешь, а? Нет. Ты меня понял? Вот это оставит след. Здесь-то мы и ударим. Твою мать! Ах ты галактический, мозгососущий сукин сын! Что это? Доказательство. Это доказательство. Я его неплохо искалечил, чтобы добыть образец. Ты посмотри на него. Это нам и нужно. Подготовь пакет, детка. Я его сюда засуну, чтобы не воняло, как из немытого зада. Старого немытого зада. Нет, оно на мне. Знаю. Сначала будет жалить, потом пройдет, все хорошо.
Да просовывайся. О, да. Я тебя поймал. Песенка спета. Ты на горм пойдешь. Да. Я была бы отличным воспитателем. Черт. Замечательная хозяйка. Да, мама всегда говорила, Пегги, один раз неправильно – это бесполезно. Два раза правильно – это отлично. А моя мама била меня по лицу и забирала сигарету. И у меня тут маркеры для каждого мешка, чтобы мы с тобой ничего не потеряли. Ты бы была удивительным воспитателем. Так, давай начинать. Другие ублюдки не очень обрадуются, что я убил двоих их товарищей. За дело. Мы уже далеко ушли? Нет. Я хочу подходящее место, чтобы посмотреть на звезды. Ладно. Боже. Ты уверен, что знаешь, как надо, малыш? Ну, я точно не уверен. Но не могу же я хранить этого урода полностью в морозилке. Мне бы не помешала помощь. Возьми ванну. Можешь передать мне? Можешь? Можешь передать? Может, мне волосы тебе подержать? Господи. Крошка. Что? Ты видишь, какая радость нас окружает? Целый сад травки. Наркорай. А? Ты такой чудила. Ну, ты меня любишь. Давай. Ребят. Ребят. Эй, ребят, это уже не смешно. Куда вы, блин, делись? Черт. Это так тупо. Но все же лучше, чем ничего. Вот так. Ах!
Запах лучше не становится. Слышал? Молодец, Пэк. Это не животное. Звуки идут из сада. Быстрее ружье под кроватью. Вот зачем и моя травка. Не спеши, Пэк. Я зайду справа. Детка. Детка. Нет. Нет. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Боже. Нет. Плохое место для размножения. Пожалуйста. Нет, не господи. Черт. Ну же, Кэсси. Я-то хоть пытаюсь. Я, блин, ненавижу вас. Клянусь, когда вернусь, каждый день буду заниматься. И буду хорошо питаться. И обязательно позвоню маме. И клянусь, Боже, больше никогда, ни за что не пойду в поход. Ребят, нам надо... Эй, Клаус, Бэш. Твою мать. Кэсси. Кэсси. Представь, Пэк, если бы мы не вмешались, у них бы потомство было. Сладкий? Что это? О, боже. Люди. Пока не знаю, но я кое-что придумал. Может, они разведчика послали? Но сомневаюсь, что не хотят сдаться. Кэсси! Кэс! Настоящие люди, о, боже. Добро пожаловать в Уиллиц. Кэсси. Блин, ну и что нам теперь делать? Теперь надо еще одного тащить. Может, похороним их? Такого уважения я им не окажу. Ну, они все в морозилку не влезут. Думаешь, я тупой? Нет. Это был риторический вопрос, милая. Я в курсе, что они не влезут туда. Детка, родители уже скоро приедут. И что я им скажу? Что это все паршивые хэллоуинские декорации валяются? Пусть останутся в Шрифпорте, как мои. Ладно, так, мы их сожжем в бочке, а пепел станет удобрением. Хорошо. Черт! Твою мать! Блин, Зак, куда ты их дел? Как думаешь, они из каких-то далеких планет или как? Слышала, что Плутон... Ну, не из близких. Ты это видел? Может, они оттуда? Черт, Пэк. Нет. Почему ты такая? Да какая разница, с каких галактик или измерений они пришли? Зачем тебе знать? Прости.
Их семьи смотрят на нас. Не суйся во все, чем я тут занимаюсь. Не лезь ко мне. Хорошо. Ладно? Ладно. Просто покончим с этим. Я пытаюсь помочь. Давай сюда. Какого? Да, этого мы оставим. Может, этого неплохой такой? Клади. Вот так. Покончим с этим. Вот так, да. Еще много работы. Боже, какие они убогие. Давай пошлем их туда. Откуда они пришли? Символичный конец. Мы же не хотим, чтобы здесь все воняло. Не хотим. Сколько дров? Не хотим. Да, Пэк? Посмотри. Глянь, как будто Хэллоуин заиграл красками. Да? Мне нравится. Бери. Нужно еще. Ладно. Надо всех сжечь. Я принесу бензин. Хорошо. Они отлично горят. Детка, где эта канистра с бензином? Я посвечу. Где чертова канистра? Может, не будешь мне в лицо светить? Свети сюда. Я стараюсь. Хватит стараться, делай давай. Ты купила бензин? Я же просил. Сейчас или никогда? Конечно, купила. Откуда взялось, конечно? Где он, блин? Ну? Может, они виноваты? Что? Они! Может, они виноваты? Так. Они летят через всю Вселенную? Чтобы стырить бензин для своих кораблей? Ты это говоришь? Прости, принесу завтра, до того, как приготовлю завтрак. Я устаю, малыш. Я, блин, тоже устаю. Нет, я так хочу спать, милый. Ладно. Мы пойдем в дом и еще поработаем. Даже думать о сне не смей. Они должны сгореть. Как думаешь, они отправляются в обычный ад? Или есть какой-то особый ад для пришельцев? Ну, не знаю, детка. Но горят они на земле прекрасно. Милый, может, Корт не нужно в туалет? Она там уже долго. Я бы ей помогла? Да, наверное, надо. Давай ее вытащим. Ее нет. Ее нет. Дерьмо. Ее даже нечему защитить. Куда она могла пойти? Зачем ей уходить? Это не очевидно. Ну да, наверное, она устала быть связанной. Подумай еще, Пэк. Ты же не думаешь? Черт. Черт. Твою мать. Черт. Да твою же мать. Что? Джереми Джонс? Что ты здесь делаешь?
делаешь? Даже не знаю, с чего начать. Ты ранен? Да, но я-то дышу. Так, надо выбираться. Я поведу. Ключей нет. Что ты здесь делаешь? Ну, я в походе. Хотел найти горячие источники. Они вон там. Что, правда? Да. Я слышал выстрел, а мой друг... Я нашел его мертвым. Моя нога. Здесь какие-то психи. Не знаю, что потом произошло. Я даже не знаю, живы ли еще мои друзья. Так, а ты почему здесь? Не верю, что Кортни хочет им помочь, Брок. Она тебя любит. Она любит нас? Да, любит. Но я не об этом говорю, Пэк. Она уже не она, понимаешь? Прости меня, сладкий. Ты же знаешь, я не такая умная, как ты, но я стараюсь понять. Ну, IQ 180 тоже нелегкое бремя. Наверное, поэтому они меня и выбрали. Для тебя слишком поздно, милая. Они зашли слишком далеко. Тебя захватили. Я просто хотел тебя защитить. Какой же монстр так плюет на человеческую жизнь? У них нет собственных семей. Она мне была как дочь. Ладно. Приступим к делу. Какому делу, детка? Убьем то, что раньше было Кортни. Ты хорошо справляешься. Ты просто слишком пьян. Все хорошо. Как мы отсюда выберемся? Не знаю. Пешком не вариант. Ключей у нас нет. Дядин грузовик. Ключи есть? Ну... Не совсем. Господи, что ты там копаешься? Я ищу перцовый баллончик и карманный ножик Дейла Энхарда. Да черт, я же говорил, клади их в свою чертову сумочку. Нафига тебе этот нож вообще? Не надо так о Дейле, детка. Он очень хороший. Ты права, милая. Наверное, Господь так решил. Нашла. Еще что-то. А что? Маникюрный набор, может? Нет. Тогда быстрее. Иду. Эй. Наверное, это и так понятно, но если нам придется столкнуться с моей семьей, то так уж и быть. Хорошо. Корт, ты там, милая? Мы волновались. Мы хотим помочь. Корт, милая, знаю, господи, я не совсем хорошо справлялся. И знаю, что... Я приготовила печенье, Корт.
что? Она любит печенье. Да какое, блин, печенье? Я постоянно его готовлю. Дома целая куча лежит. У нас печенье, Корт. Ты это слышал? Что? Голоса. По-моему, это кричит мой дядя. Разве их сад не там? Если он там, то у нас прекрасная возможность. Пойдем. Думаешь, я поверю в это? Пегги? Про пришельцев? Говори, что случилось с детьми. Детьми, которые были в лесу. Со всеми теми детьми. Что с ними всеми случилось? Ты должен увидеть. Ты должен увидеть. Должен. Должен. Сначала ты должен увидеть. Я хочу вернуться. Я хочу назад. Сначала посмотри. Не могу. Ты. Что? Что такое, милый? Ты была там постоянно. Где была, милый? Где была, милый? Признайся, Пэк. У тебя достаточно образцов? О, боже, боже, прости. Прости мои грехи, отец. Давай быстрее, пойдем. Да. Ты всегда была слабой, Пегги. Ну уже сигнал, давай. Пожалуйста, давай. Я тебя слышу, Пегги. Тебе не убежать. Будешь бежать, быстро устанешь. А устанешь, станешь капризной. Прости, Корт. Прости меня. Прошу прощения за мои грехи. Это то, что я думаю. Да. Прости. Так, я побегу внутрь, возьму ключ и вернусь. Я не калека. Я знаю, но машина невероятно громкая, так что я выберу, куда надо ехать. Согласен? Справедливо. Но на всякий случай. Осторожно. Сколько это продолжалось, Пэк? Сколько это, блин, продолжалось? Ну, часы? Дни? Годы? Ты с самого начала была такой? Черт, спорю, это ты привела к ним Кортни. Чертова сука. Ааа!
Почему? Она же моя плоть и кровь. Как ты могла? Даже смотреть на тебя не могу. Заткнись, заткнись. Ни хрена не говори, поняла? Я, может, и плохой, но у меня есть сострадание. В отличие от тебя. Детка, я не понимаю. Почетче говори. Какой я невоспитанный. Просто убей. Просто убей меня. Убей. Просто убей. Я не хотел это услышать. Все для тебя, родная. Ладно. Еще хочешь выпить в понедельник? Ну, если ты работаешь. Я, наверное, больничный возьму. Попробуй. Ах.
Господи, твою мать! Так, тебе срочно нужно в больницу. Я еще минут 5 буду в сознании. Лучше их не тратить. Jackie did.